Спасательным приемом на воде нас научит президент Федерации водного пола Приморского края Сергей Горшков. Плавание любит с детства. В 1977-м стал кандидатом в мастера спорта. Однажды Сергей Александрович за 40 минут спас 8 человек на морском побережье Ливадии. Именно этот случай и сподвиг тренера задуматься о создании службы подготовки спасателей. Ситуация первая. Человек тонет, у него паника. Спасатель один. Его главная задача – не дать тонущему возможности утопить себя. Около 2 метров он делает нырок, берет его за ноги, разворачивает, захватывает руки в захват его и плывет. То бишь этим самым он обезоружил его и сохранил себе жизнь, и сейчас спасает ему жизнь. На спине ногами брас, и он его уносит. Человек успокаивается. Тренируемся на суше. Нырнули, перевернули человека за ноги, руки взяли в крепкий захват, можно плыть. Если надо спасти человека, и ты не очень хорошо плаваешь, надо хотя бы иметь веревку, хотя бы кусок веревки там, длиной там, 3-5 метров, чтобы не подплывать к нему, хотя бы привязать к веревке ту же самую бутылку пластмассовую, чтобы он схватился за нее, все, а дальше уже ты 5 метров отплыл, и уже можешь его перебирать, и может уже другие подплыли, которые тебе на помощь. На суше можно отрепетировать, как спасателю вырваться, если утопающий цепляется за руки и тянет на дно. Где большие пальцы, воворот делаешь в эти пальцы. Ты освобождаешься, и толчок от груди, ты должен от него отплыть. Если утопающий схватил за плечи, спасатель должен оттолкнуть ладонью подбородок. Ситуация вторая. Человек обессилел, сопротивления не оказывает. Спасатель подплывает, берет его под мышкой, берет его за голову и транспортирует его к берегу. Видите, он рукой его взял за гортань, чтобы вода у него не заливалась. И ногами брас его везет на себе. Ситуация третья. Спасателей двое. Тонущий не сопротивляется. Он кладет руки на плечи спасателям и благополучно добирается до берега. Если утопающий не в состоянии держаться, то спасатели переворачивают его на спину, берут под руки и плывут к берегу. Вариант спасения – велосипед. Утопающий кладет руки на плечи одного спасателя, второй везет ноги тонущего. К слову, так можно переправлять на другой берег и не умеющих плавать людей.